26, I don't like these guys. Wait, what's that guy doing? Where's he going? 1-1, keep your eyes on that guy. 06, I'm gonna mark that position for you. Мы стоим на побережье Белого моря, чуть восточнее Кандалакши, в каком-то заливчике. Вот, коптим рыбу. Время 12 часов вечера. И уже, ну, уже пора ложиться спать, а еще светло. Сейчас пойдем на экскурсию на ледокол Ленин, атомный ледокол Ленин.
Мы в Мурманске, добрались до Мурманска, сходили и посмотрели ледокол атомный «Ленин». С гостишками, короче, как обычно, кидал его там. В интернете одно, а на самом деле ужас. Поехали сразу на рыбачий. Сейчас вот в этом магазинчике затарились едой, питьей всякой разной. И поедем сейчас на рыбачий. Ночь почти уже. Вот такая. Сейчас вниз спустимся и въезжаем на средний. Материк закончился. Едем на полуостров Рыбачий. Сильный туман. Дождик подкрапывает. Ну, дорога интересная. Вот еще 61 километр до Скоробеевки. От Магнитогорска мы проехали 3700 километров. Добрались. Залив вот этот вот, называется Скоробеевский залив. Вчера в 3 часа ночи приехали. Ну, в принципе, что сейчас, что 3 часа ночи вчера было, освещение одинаковое. Тут ничего не меняется. Сегодня у нас дневка. Стоим сегодня весь день, отдыхаем. Вот. А завтра планы ехать на маяк. Добрались до берегов Северного Ледовитого океана. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет.
ведь весна долгой ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены, просыпаемся мы и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Как ощущение после купания в Баренцевом море? Такое ощущение, как будто там стая лосей написал. Ну, очень соленая. Так все хорошо, вода офигенная. Ну, блин, так соленая. Мы здесь, вот всей этой компанией первый раз, а вообще раз, наверное, пятый или шестой. Мурманск переезжаешь, поднимаешься на перевал. Офигенно, сердце стучит. Рыбачий. Польский, вообще это класс, море офигенное, любим. Ощущения, ну, просто супер, да. Вчера шел дождь, морозно было так, мерзко вообще, погано. Сегодня проснулись, ну, мы не понимаем, сколько времени, но сейчас часов, наверное, 9 вечера, хотя... Ну, 11. 11, 11, да, вот. Там светит солнце, там самое офигенно. Лагерь стоит, все довольны, готовится шашлык. Приезжайте все на север, рыбачи, это вообще класс, ну, не пожалеете. Спасибо.
Мы доехали до самой северной точки западной части России. Мыс Немецкий. Сзади маяк стоит. Ну а спереди Северный Ледовитый океан только. Ну, Баренцево море, скажем так. Ну все, добрались до края земли.